Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале «Сладкий персик». И сегодня мы будем с вами красить яйца к Пасхе и сделаем это с помощью чая крокоде. Это очень модный способ, и он очень простой. Яйца получаются красивые, как будто бы мраморные. Нам понадобится всего-то 3 ингредиента. Белые яйца, чай крокоде, столовый уксус 6 или 9%, ну и, конечно же, вода. С помощью этого способа вы можете получить нежный и голубой оттенок, насыщенный синий или даже фиолетовый, смотря сколько чая крокоде вы будете использовать. Итак, берем кастрюлю или ковшик, ту, в которой вы будете варить яйца, главное, чтобы яйца все поместились, насыпаем туда чай крокоде, заливаем холодной водой и складываем яйца. Для этого способа я использую всегда только белые яйца. Возможно, на желтых получится тоже красиво, но я не пробовала, поэтому советовать желтые вам не буду. Теперь ставим нашу кастрюлю на плиту, доводим до кипения и варим яйца примерно 5-6 минут. То есть, как обычно, варим яйца вкрутую. Хочу обратить ваше внимание, что мы не процеживаем чай крокоде, мы варим яйца именно с заваркой. Благодаря этому как раз и получается такой мраморный эффект, и яйца выглядят, как будто бы это яйца дракона. Когда яйца сварятся, выключаем огонь и добавляем столовый пищевой уксус 6 или 9% и даем яйцам полежать в отваре примерно еще минут 5, можно дольше. Время зависит от того, какой оттенок вы хотите получить. Если яйца оставить в отваре на несколько часов, они будут темно-темно-фиолетового цвета, практически черного. Если оставить яйца там на одну минутку, то оттенок будет светло-голубой, очень красивый. Ну теперь просто аккуратно достаем яйца, складываем их на плоское блюдо или на специальные подставки для яиц и даем высохнуть. Ни в коем случае их не трем, и пока яйца не высохли, не натираем их подсолнечным маслом. Я знаю, что многие пользуются подсолнечным маслом, чтобы придать блеск яйцам. Так вот, это нужно делать только тогда, когда яйца прям очень хорошо уже просохли. Иначе можно повредить краску. Но посмотрите, какие же они красивые, эти яйца в крокоде. Способ невероятно простой, а результат потрясающий. Уверена, что этот способ вам тоже очень понравится. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам результат. И подписывайтесь на мой канал.